have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами находимся в хижине отшельницы. То, что происходило здесь в прошлой серии, немножечко уму непостижимо. И я думаю, вы немножечко отошли уже после этого. Пришли в себя, прошло пару дней, вы осознали, что происходит. А, не знаю. А, картридж с битами, спасибо. Я сейчас ограблю эту старую женщину. А, главное, биты можно взять, это не воровство, а адреналин это воровство. So, have you found your answers? Not so much found as finally listened. Yes, it is quite the convoluted maze we build for ourselves. Это да. Интеллекта и проницательности у меня не хватает. Мой персонаж баран. Блин, жаль. Существование кажется проще, когда у тебя закрыты глаза, чтобы открыть взор, нужно мужество. Почему я не могу это? У меня не хватает интеллекта и проницательности. Я бы спросил, о чем вы говорите, но боюсь получить ответ. How right you are. Words are overrated. Пойдем. Эй. Hey. We die in that cave. I just want to say thanks anyway. For everything. What's up? What's with the pleasantries? You want to know something? Just ask. Почему выбрала для себя жизнь охотницы? I didn't. I was born into security detail. And when the corporations abandoned this place, I stayed. Почему ты осталась? It's all I know. Besides, I had a few friends here, and they were staying too. Понятно. Просто понятно. Вот ты где. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Bakunu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Mm-hmm. I used to believe their religion to be false, in contradiction to what I knew to be true. Mm-hmm. How pompous and sure of myself I was. Their basic tenets were closer to the truth than my own cherished beliefs. В общем, ты разочаровался в своей религии, ну это понятно. Итак, во время ритуала в доме отшельницы мне казалось, что ты не очень ладил с матерью. I wouldn't say my parents disowned me, strictly speaking. But before they died, they accused me of thoughtlessly abandoning them. I couldn't understand it. I was only trying to make them proud by becoming a better vessel for the plan, to feel the joy they felt. I was so certain my potential was wasted as a laborer. And was willing to risk everything just to prove to them that they were wrong. I was lost, misguided. Понятно. Хорошо. Я еще подумаю. Как нам выйти отсюда? Так, наверное, сейчас мы займемся заданием Неоки. Оно, мне кажется, сейчас наиболее логичным, потому что за Феликса там очень все затянуто. Пойди к чуваку, поговори с ним, разберись с ним, подумай. Блин, вот прям, блин. Давайте посмотрим, дневничок-то наш. Найдите Треск. Сказал, что... Так. Ага, поищите в гнезде останки друзей, зачистите... Вот это мы сейчас будем с вами делать. Где моя кораблина? А почему я не могу? Я могу портнуться на безнадежного. В чем проблема?
Мне же не здесь искать эту фигню? Или здесь? Нет, не здесь. Это уже... Спасибо, Ада. Я учту это. Поехали на Монарх. Каскадия. Ну, это Каскадия. Интересно, когда нас на Тартар пустят. И кого мы с собой возьмем? Минуточку. Возьмем мы с собой, наверное, вот, ну, викарий. С викарием мы уже ходили. Пойдем с Феликсом. Опять же, он мне не нравится, но это два напарника, у которых у нас остались активные задания. Террор на монархии. Это, я так понимаю, первый порт, куда мы приземлились на монархии вообще-то, да? I hear you're into Graham's philosophist hogwash. Карта. Нам в это логово. В общем, надо будет сейчас с какой-то зверотварью биться. Ну, пойдем. В принципе, пушка у меня наготове. Да, нам нужно будет вот так сейчас зайти, да? Я так понимаю. Итак. Блин, они разговаривали, я их так беспардонно прервал. Еще также поискать останки экипажа Харона. Ну, рискнем. Извини, чувак, я тебя беру. Я не знаю, что ты тут забыл. Ты не добежал или что с тобой стало? Here we go. I haven't set foot in here since. Well. Ну поехали. Стой, нам сюда? Или нет? What's up? Интересная история про охоту. Нет, пожалуй, я не буду сейчас слушать. Ошибка. Данные владельца повреждены. Информация. Обратитесь к ближайшему техни... Ну, пойдем. Здравствуйте. Деньги, биты. Просто жуй. Весло. Бодрящая мазь. Обрез второй модификации. Нет, не значит. А. С дробашом не хочу связываться. Так, у меня есть... Научное оружие. Снайперка. Так. Давайте, наверное, возьму энергетическое. Оно все-таки с очень хорошим уроном. И... хорошим боезапасом. Из автоматического оружия боезапас уходит просто, блин, как дети в школу, не знаю. Зачистите старую базу. Блин, тут было всего... Привет, останки. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. А здесь действительно дышится по-другому. А, не перебивай. Давай не перебивай. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here.
and there ain't anything you can do about it. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. Mm-hmm. Какая ирония, она говорит про серу, а першит в горле у меня. Ну ладно, не перебивать. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. Four of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara, her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first, but for a teenager, she was surprisingly capable. Mm-hmm. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiated contracts, turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. Six folks, one name, one family, Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Даже друзья не увидят, как мы мочим этих жучек. Ну нет, это... Знаешь, чему в вашем доме совсем не место, жукам? Пошли и выкурим их. Вы действительно были семьей, жаль, что ты их потеряла. Me too, Captain. But I'm starting to think that maybe I found another. Да ну нафиг, нас тоже шесть человек. Я не хочу, чтобы с нами произошло то, что с тобой произошло, блин. У меня пушка ломается, снаряжение... Да. Так, ну жучков мы переплавили немножечко, чуточку. Чего? Кольцо с драгоценным камнем, браслет, легкие боеприпасы, тяжелые боеприпасы, адреналин. Неплохо так. Видите, энергетическое оружие довольно хорошо справились. С другой стороны, наверное, у меня уже уровень высоковат для этих ребят, да? То есть я пришел поздновато, так скажем. Ну давай выкуривать жуков дальше, чего уж делать, пришли-то уже. Энергетическая ячейка, легкие боеприпасы. Пистолет Болтер 2, оу. Медальон Клары. Ты не, ничего не хочешь сказать? Мы f***ing did it! I'd hug you if I weren't covered in guts! Come on, let's find those medallions! А вот и медальон, да. Неплохо вы тут разместились, так-то по-хорошему. Реально, если бы не жуки, у вас тут все было бы хорошо. Fingers, батончик нокаут. Шлем МК-3. Давайте. Я теперь с собой таскать могу вообще все. На тебе медальоны. More auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. Да, пожалуйста. You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Да, давай. Давай вот это. Закопаем их всех здесь. Ну, это их место последнего пристанища. Я серьезно думаю, что это правильно.
Ретро... Что? Давайте я заберу. Не знаю, что это. Это маленький ящик заперт. Похоже, что Нёка сломала замок, и теперь его не открыть. Вы слышите, как внутри звенят несколько металлических объектов. Вероятно, это медальон и ее отряд. Невероятно, а точно. По крайней мере, ты снова с нами в конце своего пути. Немного немногие заслужили большего, но ты из их числа. Знаток женщин и рептидонов. Он погиб, занимаясь любимым делом на охоте. Его самое вопиющее преступление — он посмел умереть раньше меня. Так, она была мне почти как сестра, но теперь ее нет. You know, I've been assuming this entire stay on your ship thing isn't a permanent arrangement. Part of my contract? That said, you ain't been eaten or shot to death yet. Says a lot about the stability of your future. And to be honest, I'm about sick of sleeping on bar stools. So how's about this? You keep letting me stay on that ship of yours, and I'll keep shooting at the things you point at. Годится? Outstanding. Ну, что же? Ну, что же? Мы с вами закончили и это задание. У нас, минуточку, поручение. Какие у нас? Поработайте моделью. Нужно понять, что носит на лицо. Не, это не хочу. Оружие бездны. Дружеский долг и отправить сигнал слежения, найти терминал связи Уэллс и передать сигнал слежения Софии. Хочу ли я это делать? Я не доверяю Фениасу. Так уж, если что. Давайте я вот по дружескому долгу сгоняю. Потому что это третье задание моего напарника, и я хотел бы выполнить их все. Я не уверен, что я сейчас буду убивать этого перса. Напомню, если что, нас там попросили убить одного человека, потому что он предатель. Но я с ним хочу сначала поговорить. И мне очень не нравится вот друг нашего Феликса, который затеял бунт без бунта. Короче, не знаю, такой себе. Он мне не нравится, Феликс мне не нравится. Но задание, тем не менее, возможно, придет к чему-то интересному. Давайте попробуем. В крайнем случае, если это, все это будет заходить куда-то в тупик и не будет интересным, то я не буду настаивать на его продолжении. Спасибо. На первопроходец, поехали. Окей, кого мы с тобой возьмем? Мы с тобой возьмем... Феликса и Макса, наверное. Мне кажется, может быть. Гоняем, блин, по всей системе. Офигеть. Делаем дела. Is one healthy if they are well adjusted to a sick society? Блин, этот Макс сейчас просвещенный, он будет всякие речи толкать. Вау-вау-вау, что за микроглюки? Вы что? Игра. Окстись. Опа, крупнокалиберный пулемет. Мы тебя обнесем тут немножечко, можно? Да, даже пулемет заберу. О, а тут можно пройти. Это что, шрысы? Шрысы. Твари вы эдакие. А где мы? И зачем мы здесь? Что происходит вообще? Куда я лезу?
Офигеть. Там чувака надо выпустить, если что. Ударный молот, не хочу. Детали. Привет. You have no idea how good the air on Groundbreaker smells. Until you've been trapped in a tiny bathroom with an overflowing toilet. Thanks again, friend. Офигеть. Я вам помог, что... что случилось? What usually happens on this partially pressurized rust bucket? Something broke. Well, actually, two things broke. First, the damn toilet overflowed. When I came to clean that up, the damn door decided to close and lock on me. Офигеть. Давно ты тут? Time stood still. I was aware of nothing but the smell. Офигеть. Ugh, could have been days. Чувак, я тебе сочувствую. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my ass for wage theft. Удачи. Я не буду от него ничего просить. Ты чё? Чувак чуть не задохнулся, блин. В сортире. В смысле я у него что-то просить буду? Не-не-не. Hey, Max. You wanna tell me what your problem is? I have many. Of which do you speak? You tell me. Ever since you went in your drug van, we ain't had any problems. You got boring, Max. Your mind yearns for a problem to solve. I can offer you one to ponder. Я еще, кстати, ни разу не пользовался гранатометом. Опа, ключ, карта, последняя надежда. Consider this problem, Felix. Who were you before you were born? I reckon that's between Mr. and Mrs. Millstone, whoever they were. Офигеть просто. Вот, вот это, эти рандомные, это я понимаю, что не рандомные события, но вот, блин, пошел исследовать, первопроходец нашел чувака, запертого в туалете. Я ищу Руфуса Трека, мне сказали, он решил... Ты Розанна Трекс? Yeah, I was called that once upon a day. You need something? Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is. And if I did, I wouldn't tell you. You're telling me you're on a first name basis with Ms. Tennyson? Is All right. I'm gonna take your word for it. Да, попробуем. Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. Ну-ка, а какие у меня еще остались вопросы? Just make it quick. That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to. Ясно. Что ты о нем знаешь? Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years back before he vanished. A few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution, something about getting rich. Abandoned his work and ran off that very day. Mm-hmm. He must have been recruiting, gathering up his band of revolutionaries. Word of advice, kid? Anybody carrying on about a revolution just wants to sell you something. Это да. I don't know Harlow. Never so much as bandied a word with a fellow. You're better off having this discussion with Rufus. Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why. He was here to collect his personals, complain about Harlow to me, and say goodbye. In that order. Mm-hmm. No, and he was particular about that.
Said I was better off not getting entangled in his mess. Little late for that, says I. Поздновато спохватился. Спасибо. Appreciate it. No offense meant. Just been a long day is all. Да, давай, без проблем. Спасибо. Приятная, адекватная женщина. Итак, Харлоу явно какой-то придурок. Это подтверждается еще раз. It is endlessly fascinating to me that all of existence is simply atoms, molecules, and chemical reactions, which in turn create and govern our bodies, minds, and emotions. And yet somehow, we still believe we are in control. Блин, чувак в туалете. Офигеть. Вы просто вдумайтесь, как говорится... I must confess, I have not been cleaned for far too long. You're sure this will... Oh, yes, that's the spot exactly. Why, I didn't expect you to be so thorough. I am ashamed to admit. Oh, Captain, here you are. Pardon, but perhaps you could afford us some privacy, please? Ухожу. Просто ухожу. Просто, блин, ухожу. Игра, прекрати. То есть... Я надеюсь, вы успели прочитать этот диалог. Felix keeps asking me to watch some adventure serial with him. It's not my thing, but he's real sweet about it. Нет, ну извините, ребят, я понимаю, что вам тут хорошо, но мне лететь нужно. На Теру. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Greetings, customer. Вот серьезно, у меня такое ощущение, что тут. Может, без викария пойдем, может. Давайте возьмем с собой Парвати. Мир живет вне моего присутствия гораздо более... Не то чтобы гораздо более живее. Нет, я так не скажу, потому что тогда получится, что в моем присутствии мир скучен. Нет, я имею в виду, что здесь нет такого, что... Ну, как бы нету ощущения того, что персонажи живут, только когда ты на них смотришь. Происходят какие-то ситуации, случается что-то. Каждый раз, заходя в эту игру, каждую серию, блин, я нахожу для себя какие-то... Блин, не сюда же вообще, да? Нахожу для себя какие-то вообще бешеные штуки. Заброшенная промзон, заброшенный аванпост. Это не открытые места, что ли? Заброшенное поселение. А давайте вот сюда телепортнемся и попробуем к промзоне подойти. Может, она у нас откроется как новое место? Это вот это, что ли? Я на нее смотрю? Нет, не на нее. А тут тогда что? Я понимаю, что я отдаляюсь, если че, я это осознаю. Два хедшота. Вы что, тут груз тырили, что ли? Что происходит? Мародеры. А что вы намародерствовали? Ну, вагончик я вижу. Просто космоса. Нам туда, по идее, чтобы заброшенную промзону эту найти. Тут все недалеко, я сейчас быстренько сбегаю, осмотрюсь. Ну вы тут с ними справляетесь вообще уже на раз-два. Тут мародеры вообще ватненькие. Зато с картриджами и тяжелыми боеприпасами. Ну, какие молодцы. Фух. Жевать, не переживать. Это, кстати, остатки корабля, по-моему, да? Ну-ка, давайте зайдем на секунду. Если у нас получится.
Неплохо. И тут Лутецкого наложили. Мародеры, разбойники, разбойники, мародеры. Тут дороги везде есть, что приятно. Это все те места, в которых я не был. Тяжелые боеприпасы. Ну, тут можно, в принципе, даже не участвовать в перестрелке. Тут напарники все разруливают. И, с другой стороны, награда такая себе. По 3 бита, по 7 битов с человека. Это начальная лока, понятно. Но все равно интересно. А вдруг какие-то секретики тут есть? Вот сюда сейчас подойдем, потом туда подойдем. Вот так вот, в таком порядке. Я просто думаю, возможно, откроется точка перемещения какая-то. Хотя вряд ли, наверное. Мародеры, мародеры. Показалось. Нет, точка перемещения никакая не открывается, видимо. Возможно, я даже здесь когда-то уже и был, учитывая, потому как все открыто, ящики, да. То есть я просто мог не заметить старого разбитого робота, но сюда уже заходить. Ящиков просто неимоверное количество, вот не знаю, можно устраивать челлендж, облутай все ящики в игре, там, не знаю, это займет... Что 10 битов. Картриджи. Вот зачем это все? Не знаю. Не, я лутаю, конечно, потому что если не буду лутать, припасы будут заканчиваться, но здесь всего вообще понемножку. Хотя, опять же, вдруг какой секретик найду. Тоже было бы приятно. Вон полазил по первопроходцу. Вроде как незачем нашел чувака, застрявшего в туалете. Ну, как бы да. Спасибо, я не могу тут пройти. Фу. Кто это шипит, рычит? Ты кто такой вообще? А, тут вот эти ребята, которые очень любят... Воу-воу-воу-воу! А чё ты так ко мне близко оказался? Не надо было так. То есть, когда-то в начале игры я от них, блин, с пистолетом убегал, не мог им слова сказать, теперь просто приходишь и такой, фу на него, и все. А у меня стало закрадываться такое небольшое, махонькое, ну не то что подозрение, такой небольшой вопрос. Сколько уровней я еще получу до конца игры? Потому что сейчас 26-й, допустим, 27-й получу относительно быстро, я надеюсь. Сколько еще? И во что мне стоит вкачаться? Бандит. Кораблик. Собаки. Ну давай поговорим, чувак. Я не хочу тебя убивать. Я думаю, ты мне расскажешь много полезного. I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me. Атаковать, угадал. Сказал, что ты его предал. Что ты взял, что я работаю? Right. You just stumbled into a camp full of armed strangers because you wanted directions. How much is Harlow paying you? Это одолжение. A favor, huh? Let me guess. He promised you some reward in the brave new world that was to come. Said he'd make you his lieutenant if you crossed me off. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead, and I've got no intention. Да я не хочу тебя убивать. Твое кольцо как доказательство. Больше мне ничего не надо. Harlow wants my ring. Don't get me wrong. I'm not complaining. A ring's a lot easier to lose than a hand. How do I know that I can trust you? А чем ты рискуешь? Что Харлоу пошлет за тобой незнакомца с пушкой в руках?
Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool to trust him. Это понятно, я знаю, чувак. I know, betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All the palaver about revolutions? It's a lie. You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar, too. Феликс, ты идиот! Kid, I've got nothing to prove to you. That's the whole truth. Harlow's just another board asset. A two-bit mercenary wearing a dissident's clothes. Say your piece. Да, да, давай поговорим. Ты просишь проверить, с какой стати коллегии платить Харлоу? Каким образом Харлоу служит коллегии? Вот это. Because he's for sale. Anything the board can buy, the board will buy. And that includes loyalty. Harlow was a charismatic bastard, and he was ruthless. With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smuggler, and a gang leader all rolled up into one odious excuse for a human being. Sounds like a deal to me. Board sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted destroyed, capturing anybody the board wanted captured. If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship, vanish for a couple of days. Only that's not what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. Re-education, Tartarus, maybe worse. Mm-hmm. Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. Mm-hmm. Для доказательства показывай. Твердость духа. Huh. You ain't like other board agents I heard about. You got a functioning spine. You want to confront Harlow yourself? Be my guest. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. Mm-hmm. Take it, you've made up your mind. Я не стану тебя убивать, но вот кольцо тебя попрошу. You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. I'm never going back to that life again. Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Всего хорошего. Ну, я, в принципе, так вам и говорил, ребятки, то, что Харлоу та еще скотина, и с чего бы мне с ним связываться-то? Идем обратно, безнадежный. Харлоу надо прибить, и Феликс, этот тупорылый мальчик, он мне не понравился с самого начала. Да-да-да, на борту только один туалет, дружеский долг. Найдите доказательства, которые спрятал Треск, верните... теперь, когда с Треском покончено, пора вернуться Ха. Треск сказал, что спрятал улики против Харлоу в вентиляционном отверстии на базе Харлоу. Стоит проверить. Конечно, стоит! Вперед на сцелу. Посадочная площадка. Destination reached. Сила. Харибда. И так, конечно, возьму Феликса и, возможно, может не порвать, и может Элли. Даже не знаю. Сэма можно бы взять с собой для запугивания. Так, на всякий случай. Минуточку, а мне не сюда. Ой, блин, точно, мне же нужна база Харлоу. Ну, чё я туплю-то? А здесь у меня какое задание? Почему мне было высочено? Сила, база Харлоу. Would you ask Parvati to send Sam down to the bridge?
Мы сейчас добудем доказательства и уничтожим Харлоу, поскольку он... Та еще тварюка, я так понял. В одном из коридоров на базе. Собственно, сам Харлоу, наверное, здесь, да? Получается, доказательства здесь, в вентиляционной шахте. Записи. Уведомления. Харлоу тут главный, к черту, коллеги. Вентиляционная шахта. Как мне туда проникнуть? Давайте поищем, походим, посмотрим. Вот оно. Вот оно. А теперь можно и с Харлоу поговорить, только на этот раз можно его обвинить. Что было бы неплохо. И сказать, что он такой через такой... Not surprised. Trask was a dead man trying to negotiate with his own executioner. He'd say anything to preserve his life. Да не только он. That's a damning accusation. Am I right to presume you have some evidence on hand? Показать документы. Тебя купили. Вот даже чеки есть. Those papers don't prove a thing. We've all done business with the board. They own the whole damn colony. Trask put you up to this. That miserable wretch. He's trying to undermine everything I stand for. Проницательность. В нашу первую встречу ты сказал, что Траск информатор коллеги. Ты солгал. You've got a lot of nerve calling me a liar to my face. Я тебя еще убью сейчас за такие слова. Мне надоело с тобой спорить. Треск был прав, ты заслуживаешь смерти. Брось, Харлоу, с какой стати Треску выдавать тебя своим же работодателем? How should I know? What the hell do I care? Trask was a traitor. I didn't ask you to understand his motives. I asked you to cross him off. Clyde, look me in the eye and tell me it's not true. Tell me, and I'll believe you. Don't talk to me like I'm some common criminal, Felix. You're the one on trial, not me. I don't know what kind of poison that snake dripped in your ear, but as far as I'm concerned, you've been compromised. Take your head back. Дебил. Зажигалку у тебя тоже заберу. Ручной пулемет. Вы там справитесь? Хорошо. Уроды. Фух. Хорошо, что... браслет. Полицейская броня, да? Ну нафиг. Хорошо, что мне не пришлось дальше на него работать. Мы его быстренько сейчас убили, и у нас все хорошо. Потому что, ну... Я мог еще так не пройти. Нишку, что у нас с весом? О, у нас веса еще дофига. А, коллеги, кстати. Опять мы сталкиваемся с коллегией, и они наши враги. Чувак улетел просто. Шлем скафандра. До свидания. Все, мы всю эту базу разнесли к чертям.
шрысы. Вот кто вы, стая шрыс, блин. А. Хорошо, что так получилось. Ну чё, будем теперь по-нормальному разговаривать? Феликс. Придурачок, блин. Как можно было... Ну, видно, что у тебя... Где он? Сверху? Недалёкий. Hey, Max. Yes? You really think we all have a purpose? That everything happens for a reason? I used to think that, but not anymore. Then, wait, why do you sound so calm? Кстати, вот эта игра вам ничего не напоминает? Я думаю, это маленькая отсылочка такая. It sounds like I have annoyed you. Fine, be that way. This is definitely not how I imagined it'd end. The void's black, water's wet, and Clyde hated the board. That's something I just knew. Now? I don't know. I don't know what to think. Что на самом деле творится в голове у других? Не смотри на меня, Феликс, я не думаю, я просто тебе просто нужно смириться с этим. I've just got a lot on my mind right now. This is a lot to take in. I always looked up to Clyde. The thought that he could be an agent of the board is just abhorrent to me. Главный урок – не надо ни с кого брать пример. Но он не может ни с кого не брать пример. Он дурачок, он не может жить своей жизнью, блин. Деньги меняют людей, а коллеги наверняка предложила кучу денег. I just hope I never turn out like that. Selling my soul for a fistful of bits. Не то, чтобы я платил тебе. Думаешь, придают слишком большое... душам придают слишком... Вот за несколько битов можно кучу всего купить. I ought to thank you for that. Keeping me on the straight and narrow. You've given me a lot to think about. I'm gonna be mulling over this whole mess for a couple of days. Part of me wishes we'd put Trask in the ground. You know, I think that's just my frustration talking. Thanks for your time, boss. Все. Captain? What did I tell you? Harlow's down with the man shtick was just an act. No one who yammers that much means half of it. Нет. Сложно понять, кому можно доверять. Take a page out of my rule book. Don't trust anyone. Then it's easy. Да, согласен. Так что Харлоу оказался мошенником, не значит, что все люди такие. Да, но стоит подпускать... Да, не стоит. Don't get all mushy on me now. Come on, what did we just learn? People look out for their own interests. It's a fundamental law of nature, same as gravity and conservation of motion. Ну да. Точнее, не скажешь. Ну да, да. See, this is what I like about you. You may not be from here, but you fit right in. You're not working for the board out of some foolish sense of idealism. Ты работаешь на коллегию не из-за какого-то глупого идеализма. Нет, дело не в этом. You're right. The point is that self-interest is like self-pleasure. No one wants to admit it, but everyone has a hand in it. Enough about Harlow, though. Anything else? Нет, все, спасибо. Ладно, ребятки, давайте на этой чудесной, блин, ноте закончим сегодня нашу серию. Серия получилась довольно интересной, и наконец-то я избавился от Харлоу, который меня бесил еще с прошлой серии. И мы с вами столкнулись опять с тем же самым. У нас заканчиваются побочные задания. И нам придется переходить к основным.
Я, наверное, все-таки поставлю маячок. Не знаю, я по... с Фениасом может сначала поговорить. Давайте решим в следующей серии. Все, ребятки, на этом сегодня пока все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.